В Доме ветеранов сегодня обучали малый бизнес. Темы лекций выбраны самые актуальные. Это, например, продвижение сайтов и ведение грамотной бухгалтерии. Одни бизнесмены объясняют другим, как правильно строить свой бизнес. Нашими практиками мы активно делились сейчас на семинаре, обсуждали их, и я надеюсь, они помогут в дальнейшем молодым предпринимателям города Клина расти свой бизнес более эффективно. В зале сегодня не только молодые предприниматели, но и опытные руководители предприятий. И те, и другие считают, что подобные семинары полезны всем. Очень много таких вещей, которых нам некогда, мы не знаем. Кроме того, для клинских предпринимателей была организована небольшая выставка оборудования для торговли и сферы услуг.